В Якутии определен первый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом стало известно после заседания конкурсной комиссии. Соглашение о переработке отходов в Нерюнгринском и Алданском районах подписали министр ЖКХ региона Гаврил Левин и директор МУП «Переработчик». Предприятие имеет большой опыт и обладает всеми необходимыми ресурсами. Компании предстоит большой объем работы по сортировке, а после и утилизации мусора. На улицах южных районов вскоре должны появиться урны, где сами жители смогут сортировать некоторые виды отходов. На первом этапе установим урны для отдельного сбора ртутьсодержащих ламп и батареек, которые запрещено размещать на полигонах. Ну, а в дальнейшем будем устанавливать урны для раздельного сбора пластика, бумаги и так далее. Под давлением подается сжатый воздух туда и впрыскивается дизельное топливо, после чего отходы возгораются и сгорают полностью. Но это большая установка, да? Нет, установка небольшая. То есть она порядка 3 метров в длину и 2,5 метров в высоту.